Резиновые сапоги – необходимый предмет гардероба для жителей дома номер 4 по улице Тамбасова. Здесь регулярно затапливает дворовый проезд. По словам жителей, огромная лужа, больше похожая на пруд, появляется во дворе после каждого дождя. Винят работников ГУБТЭКа, которые проводят здесь ремонт сетей. Мы выходили их к магазину, а тут их к магазину не пройти. Это надо дом вот так вот обойти отсюда, вокруг, или вот так вот. А здесь даже вот на остановку не выйти. Кроме самого водоема, горожан возмущает грязь, появившаяся в ходе ремонтных работ. Из-за нее водные препятствия не обойти ни по поребрику, ни по газону. По сообщению пресс-службы ГУБТЭК, реконструкция внутриквартальных тепловых сетей полностью завершится лишь летом следующего года. Согласно заключению инженеров, постоянное подтопление двора связано с многолетней неработоспособностью ливневой канализации, а также со специфическим уклоном асфальтового покрытия дворового проезда. Завершение строительно-монтажных работ и так называемое грубое благоустройство территории запланированы на начало зимы. С началом нового агротехнического периода будет проведено окончательное благоустройство, озеленение территории. Решить проблему с засорившимися люками пытался один из жильцов дома. С помощью портала «Наш Санкт-Петербург» мужчина обратился к властям с просьбой прочистить ливневку. Из местной администрации он получил ответ, что ливневая канализация прочищена. Повторная жалоба, но уже на грязь, привела к возбуждению административного дела на подрядчика.